строение, такой же старый дом, называется «Бабушкин дом». Далеко беззаботное детство, только снится мне до сих пор старый двор, перед домом крылечко и чудной деревянный забор. Этот дом очень многое видел, от рождения и до смерти. Сколько свадеб тут сыграно было, не смолкал звонкий хохот детей. Я частенько сюда приезжала и всегда знала точно, что ждет. На крыльце там бабуля встречала всех внучат и детей целый год. Собиралась родня в доме этом, пела песни за длинным столом, а бабуля вздыхала украдкой, как всегда, гостей полный дом. Но простившись, мы все разлетались, на автобус успеть бы в обед. Только бабушка долго стояла на крылечке, махая нам свет. И опять побегут дни и ночи, и опять на крылечке нам ждать. Не приедет ли кто на денечек, есть судьба провожать и встречать. Я сейчас очень редко бываю в тех краях, что до боли родные. Но лишь только глаза закрываю, к ней я еду. Бабуля, ты жди. Пролетели года колесницы, ни бабули, ни дома уж нет. И только кажется мне, что теплится сердце бабушки ласковый свет. Он незримо нас всех согревает. Как же поздно пришлось мне понять, на крыльце там нас охраняет и пытается ропнув связать. Второе стихотворение «Ночной дуэт». Это лето нас не балует погодой, в основном дожди. Вот как раз про такой ночной дуэт. Ночь промозглая, песня вдвоем затянулась дождем, до утра им теперь не уняться. И танцуют они на крышах домов, так откуда тут сну нынче взяться? И под стук монотонный их пляски шальной мне становится грустно немного, потому что одна, и боюсь не найти в темноте я до дому дорогу. Но все тише их песни, устали поди, и заснули на ветках подружки. Далеки сквозь туман замелькали обои. Это дом и надежда, и утро. И последнее стихотворение называется «Зачем живем мы на земле?». Вот каждый раз в жизни задавал себе этот вопрос. Зачем живем мы на земле? Зачем рождаемся мы в муках? Потом во встречах и разлуках всю жизнь мы ищем путь к себе. Зачем живем мы на земле? С рождения ищем понимания, любви, взаимности, признания. На свет бредем в кромешной тьме. Зачем живем мы на земле? Мы знаем чуть ли не с пеленок вопрос о смысле жизни, тона. И нет ответа в голове, зачем живем мы на земле? Зачем живем мы в этом мире? Ответы ищем в эфире вселенной радиоволны. Зачем живем мы на земле, где все для нас есть на планете, озера, небо, смех и дети, любовь и звезды в вышине. Зачем живем мы на земле? Не для богатства, не для славы. Философы, пожалуй, правы, что впитать радость.